виду обычная непримечательная газель, однако внутри зонированное пространство и целых два оборудованных кабинета. Теперь юридическая помощь для ульяновцев стала еще доступнее. Такая машина пока одна на всю Ульяновскую область. Зато какая? Внутри есть все необходимое, чтобы, к примеру, оформить документы в суд, составить жалобу или ходатайство. Юридическая консультация теперь бесплатна для всех граждан, вне зависимости от места их проживания. В труднодоступные наши населенные пункты, к нашим бабушкам, дедушкам, категориям льготным, да и вообще всем тем, кому нужна бесплатная юридическая помощь, специалисты, юристы, адвокаты доедут, бесплатно помощь окажут. И он представляет себя, этот автомобиль, мобильный офис на колесах, оснащен и Wi-Fi, и компьютерами. Авто показали губернатору области. Для удобства при подъеме внутрь Алексею Русских предложили опробовать складную лестницу. Штука полезная, особенно в случае с пожилыми людьми. Суставы уже не те, бойко внутрь не запрыгнешь. А чтобы консультации велись в комфортных условиях, офис на колесах оборудован кондиционером, полками для документов и столами. Уже завтра юристы отправятся в село Зеленая Роща, а потом и в другие отдаленные районы области. Александра Никитина, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.